На полупальце, Диана, не на пальце. Опускаемся сдержанно. Опять раскрыли, стопаем. Дальше. Посмотрим, чему дети научились за второе полугодие. Вот, не следи так строго. Вот. Ну все, хорошего настроения, хорошего открытого занятия. Мы начинаем. Отца, немножко погромче. Ноги вместе. Первый. Второй. На счет идет третий. И первый. Второй. Третий. Запоминайте свое число. Первый. Шею тянем. Молодцы.
Малое. Подготовительное. Малое. Подготовительное. И снова раз. Два. Пяточки вместе, Варвара. Четыре. И раскрываем раз. Зеленый шарик. Так, так, это первая позиция руки. Синий. Молодец, Тимофей. Большой это шарик. Это вторая позиция рук. Желтый. Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Красный. Похлопали. Ну что, на месте. Раз, два, три. На месте. Пять, шесть. Смотри, не пока стоят. Наши слушатели задания. За Валерией. Идем в одну колонну. Выстраиваемся. Думаем. В одну колонну. За Валерией. Саша, стройся. Колонну по два человека. Быстро, быстро, быстро. Стройся. По два человека. В колонну по два человека. Молодцы. 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 Наташа, что ты не можешь? Когда на месте. Маршируем. Маршируем. Взялись парами. Идем. 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 Руки на пояс. Расходимся парой. Одна вправо. Идем. Маршируем. Парой. Парой. Маршируем влево, на наше вправо. Ребятки, влево. Маршируем вправо пары, влево. И лизонька, образуем по кругу. Вот, вот так, пары. Поворачиваемся, беремся за руку. Идем по кругу, маршем. Идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, музыкальные. Под музыку. Солнышко. А как может солнышко двигаться? Кто может быть солнышком? Так, покажите. Раз.
делать? Топать. Правой ногой топаем. Сильно топаем. Руки на пояс. Слабо топаем. Слабо топаем. Руки на пояс, Валерия, Саша. Топаем левой ногой сильно. Левой, левой. Аккуратно поднимаем до щиколотки. Варвара, Варвара. И снова опускаем. Слабо топаем. Слабо, слабо топаем. Руки на пояс. Что мы еще умеем делать? Привет. Что сказал? Переступай, покажи. И раз, два, молодец. Не надо делать выворотно. И пошли, сделаем плие и идем по шестой. Раз, два, это переступание. Вокруг себя умеем переступать? Да. Покажите. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что умеем делать? В сторону. Шаг сделали в сторону. И шаг. И можно еще и притопнуть. И шаг. И можно тоже притопнуть. Итак, ну вы готовы все? Да. Я покажу. Мы скажем. Вот эта цифра нужно прохлопать сильно. Да, внимание. Оттопнешь. А на слабый хлопнешь. Отлично. На сильный хлопнешь, на слабый топнешь. Молодец. По линиям. Внимание, буду давать задание. Сначала все вместе повторяем. Четыре хлопка, пошли. И раз, два, три, четыре. Дальше с пружинкой. И раз, два, три, четыре. Правой ножкой топаем, одновременно с хлопком. И раз, два, три, четыре. Левая. И раз, два, три, четыре. Шаг в сторону. С приемом хлопок. И шаг в сторону. С приемом. И вокруг себя переступание. Хлопками. Похлопали сильно. Слышал под музыку? Да. Не слышу. Да. Раз, два, три, четыре.